Тем временем жара не отступает. Синоптики обещают на неделе до 29 градусов. Только к пятнице столбики термометров могут опуститься до плюс 24-25. Кировчане спасаются от жары как могут. Кто-то даже открыл купальный сезон, например, как этот молодой человек. Он решил искупаться в пруду у цирка. И это при том, что еще недавно горожане жаловались на мусор в этом водоеме. Власти города пообещали, что подрядчик его почистит. И, судя по этим кадрам, качество воды в пруду у цирка мужчину не смутило.